Всем здрасте, кто смотрел, наблюдал наши соревнования. Кто болел за нас, поддерживал, переживал, вам спасибо за вашу поддержку. Мы очень рады тем, что нас так поддерживаете, тепло всегда встречаете, поддерживаете во всех элементах, на разминках, да, на тренировках. Это крайне важно, и спасибо вам огромное за это. На этих соревнованиях мы поняли, как много у нас еще впереди работы. Мы и так это знали, но теперь мы поняли, что ее просто бесконечные потоки этих работ впереди. Но это отличный опыт, учитывая то, что мы с новым тренером, все новое, новая система судейства. Это очень важно для нас. Вот, повторяюсь уже. Мы работаем, исправляемся, да. Нам еще очень многое нужно делать. Да. За что можете себя похвалить? Доехали, слава богу. Ладно, шучу. Старались катать эмоционально. Мне кажется, это получилось. По сравнению с прошлыми соревнованиями, мы откатались даже технически чище, несмотря на какие-то помарки и ошибки. Мы меняем сейчас саму технику скольжения, и это значительно дает нам возможность легче катать программы. И мы это сами чувствуем, это видят и судьи, и зрители, поэтому похвалим себя за это. Да, на это нужно очень много времени. У нас есть 3 года до Олимпиады, да. Нормально. Все, успеем. Ребят, желаю вам, чтобы у вас все получилось, чтобы работа двигалась в нужном направлении, чтобы вы прогрессировали. Спасибо. Спасибо большое.